В массовом ДТП погибли три человека. Трагедия произошла в минувшую субботу в Саратовском районе. На трассе Сызрань-Саратов-Волгоград водитель «Шевроле Авео» решил обогнать «Мерседес», который ехал в том же направлении. Но во время маневра не справился с управлением и врезался в фуру. После чего протаранил еще две машины, которые двигались ему навстречу – «Хюндай» и «ВАЗ-2114». В результате аварии погиб водитель и двое пассажиров отечественного автомобиля. Кроме того, в больницу с травмами госпитализировали 10-летнюю девочку, которая находилась в машине виновника аварии. «Шевроле, обгоняя Мерседес, вылетел на полувстречном движении, столкнулся с 14-й. Вот, врезался в меня потом. Шевроле ехал в Вольск-Саратов, 14-й Саратов-Вольск. И лобовым ударом столкнулся. А потом вас, еще фуру зацепили?»